А сколько их друзей? Ну сколько у вас? Чтобы можно было бы доверить им свое имущество и себя в сложной ситуации. Если много, то хорошо. У меня их не более 10. С одним из них я вас познакомлю. Наша история началась 20 лет назад. И именно тогда мы и увиделись. То, что я узнал, и вот вам события 20-летней давности. Именно тогда Алексей Грибовский привез нам японского мегамастера. Мне очень понравился ваш город. Я хотел бы сказать такое слово. Это энергия, та жизненная энергия, которая исходит от вашего города. Я также это почувствовал, эту жизненную энергию на семинаре от детей и от их родителей. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Все тренера, которых я видел, которые преподают в городе единоборство, в принципе, на достаточном уровне, но возможно, что все крутят, ну, все в одной структуре работают, своей, да? Структуре работают, в своих организациях определенная, как сказать, консервация знаний, информации, и поэтому какие-то моменты можно было бы, в принципе, невзирая на направлении единоборств, ударную технику, передвижение или еще что-то поставить для различных стилей. Что стало потом? Потом Москва. Но он никогда не забывал родину. И вернувшись, может с удовольствием показать качественно новый подход в преподавании карате. Как говорил небезызвестный Михаил Сергеевич Горбачев, можно было бы расширить и углубить передвижение и ударную технику именно на высокий уровень, потому что вот это базовые моменты, базовые элементы, без которых карате немыслимо. И здесь, насколько я вижу, идет формальный подход у учеников в силу того, что они там торопятся к своим будущим знаниям. Все углубляется в арсенал техники, а базовая техника элементов, она слабоватая, на мой взгляд. А она считает, является альфой и омегой всего карате. То есть это работа бедер, передвижение и ударная техника. То есть вот на это, возможно, мне бы было интересно преподавать, потренироваться в преподавании со спортсменами различных видов единоборств, там, невзирая на их возраст. К слову, с пятым даном он реально видит самый короткий путь, как прийти к мастерству. А вы не знали? Но я это вам говорю. И вы должны понять, что он может поставить вам быстрые и мощные нокаутирующие удары для всех видов единоборств. Все хотят быть лучше, и когда они видят более высокий уровень спортсменов или мастеров, то они хотят приблизиться к ним, соответствовать им. И здесь, скорее всего, и задача тренера эти процессы организовать как можно быстрее, короче, по времени и с большим результатом. Больший результат – это еще и большая скорость. А большая скорость – это еще и нокаутирующий удар. Вы это можете сделать? Ну да, то есть наш уровень знаний позволяет сделать максимальную скорость в передвижении и в ударах, и качество ударов нокаута гарантируем. Что мы в Магнитогорске можем? С таким тренером, который был в Японии 8 раз, улучшить технику для всех, кто хочет серьезно постичь боевые искусства. Но сам процесс, как это преподать, преподнести, вот в этом и изюминка, которую, в принципе, японцы и не выдают сами. То есть у них приходится это высматривать, анализировать и понимать. Потому что, скорее всего, именно в этом секрет. Еще с 90-х годов первые японцы, когда поехали в Россию, мы удивлялись, почему они спокойно нам показывают, как техника, которую мы до этого считали секретом, демонстрировали. И для нас это был вопрос. И потом, только когда стали ездить в Японию, дошло, что мы поняли, что весь секрет именно в методике преподавания, который никто, так сказать, как по доброте или еще просто так не раскрывает. И именно поэтому это и была Япония.
Поэтому, да, столько поездок в Японию, чтобы понять, потому что некоторые аспекты в одну поездку в Японии я их начинал видеть, а в следующую только я понимал, тоже в той же Японии, что это, зачем и почему. Ну, это касается передвижения, работы бедер. Самые нюансы, которые есть в карате. То есть у человека есть место, допустим, 400 квадратных метров, да? Но он не может сюда прийти. А вы это можете сделать? Да, могу. И, скорее всего, это было бы вообще интересно, потому что в Москве уже такие методы вовсю распространены. Индивидуальные тренировки. И, в принципе, так как я более-менее свободен по графику, то можно подъезжать. То есть можно же так же сделать, да? То есть вы можете позвонить, и я к вам приеду. Да, вы можете позвонить, и я к вам приеду. И мы проведем высококлассную тренировку. Вот это находится в наших руках, в руках магнитогорского тренера. Магнитогорск – один из тех городов, откуда валить смысла нет. Он реально неплох. И сегодня и сейчас есть тот тренер, повидавший и далеко неоднократно Японию. И он может сделать процесс преподавания для каждого и организовать обучение не только в России, но и в Японии. Что в этом плохого? Да ничего. Скорее, больше хорошего. То есть улучшить качество спортивной жизни. И это качество для Магнитогорска очень даже неплохое.